Сегодня 28 апреля 2019 года. Праздник православной Пасхи. Я Роман Филипп Дмитриевич, астроном-любитель, первооткрыватель переменных звезд и кандидат в планетарной туманности. Автор собственной научной статьи об открытии исследований мной одной из переменных звезд. Я нахожусь в поселке Южном Оскопе Морского края, на своей малой родине. Из-за того, что я вынужденно скитаюсь. Из-за невозможности безопасного беспрепятственного проживания в моем единственном жилье, в комнате номер 2 в коммунальной квартире по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, квартира 210, город Москва. И из-за невозможности беспрепятственной продажи данной моей комнаты. Я прошу помощи неравнодушных людей в продаже моей комнаты, чтобы я смог купить себе взамен иное жилье, в котором могу безопасно жить, заниматься наукой и астрономией, подготовиться к поступлению на обучение на астронома. Все мое астрономическое оборудование осталось в моей комнате, и я лишен возможности заниматься наблюдательной астрономией. Вчера был праздник моего дня рождения, который был у меня безрадостным уже третий раз. Третий год я вынужден его встречать в Китае. Как и праздник православной Пасхи, сегодня третий год я вынужден встречать в Китае. Потому что с 23 января 2017 года я вынужден скитаться. Помогите, пожалуйста, мне в продаже моей комнаты, неравнодушные люди.